Ого. Зал сетевых операций. Телохранитель из Арасаки заслоняет императора Японии от пули-убийцы. 2071 год. Служба безопасности Арасаки предотвращает массовые беспорядки в Сан-Франциско и спасает город. 2074 год. Херня. Знакомый взгляд. Тебя что-то беспокоит? Ты когда-нибудь задумывалась, зачем мы это делали? Делали что? Зачем ставили хром? Покупали пушки и воевали с корпорациями. Не знаю, Джонни, сейчас уже сложно сказать. Мы были молоды, а у молодых вечно в голове насрано. Мы сражались за красоту. Мы не понимали, что хорошо и что плохо. Кто прав, кто виноват. Только красота имела значение. Кончай уже философствовать. Сделаем дело, возьмем водки, тогда и поговорим про старые времена. О, тогда с меня водка. Люблю сказки про то, как раньше было. Вы прямо как мой дед с бабулей. Нетранеры Арасаки начали штурм внутренней сети. Мне необходимо остановить их продвижение. Идите дальше без меня. Я очистила путь, но вам нужно торопиться. За вами идет элитный отряд охраны. Видимо, он побежал, и его срезала очередью. Ебать копать. Кто она вообще такая? Блядь. Похоже, Каннингем наверстывает упущенное за все эти годы. Эти говноеды даже не успели ничего понять. Идем. Там за дверью будет спуск вниз. Кажется, нам здесь делать уже нечего. Я готовлюсь отразить атаку на танк, который пытается сюда пробиться. Вам придется продолжить без меня. Поторопитесь. Следом за вами идет отряд лучших солдат Арасаки. Давай, двигаем. Мы настолько близко, что я почти чувствую поток данных. Мы практически у ядра. Остался только зал за перегородкой. Нельзя повернуть время вспять, Джонни. Но всегда можно начать сначала. Была намного лучше нас с тобой. Таких, как она, больше нет. А ты убил ее. Она знала, чем рискует. Помнишь Сильверхенда? Ты так радовался, когда меня обнулил. Даже не думал, что я могу вернуться и отомстить. Сильверхенд? Как это вообще возможно? Мы вернулись к тому, с чего начали. Только тогда я бы прикончил тебя сразу. А теперь... Ты всегда был тряпкой. Завали, Смешер. Мы все изменились. Старые убеждения уже ничего не значат.
50 лет назад мы убивали во имя того, что считали прекрасным. Сегодня мы можем убивать только во имя прекрасных воспоминаний. Ты была лучше всех. Всегда. Эй, Вейланд. Точка доступа находится перед тобой. Ты хороший мужик. Подключись к ней. Удачи, Сильвермен. И найди меня на той стороне. Прости.